Пейзажи, портреты, натюрморты. 20 работ представлено в экспозиции «Александр Пырков. Этюды». Каждая повествует свою историю, а история этой выставки заслуживает особого внимания. Ведь на суд публики представили картины, которые автор выбросил на свалку. Эти работы дороги тем, что многие было сделано, писалось вместе, совместной поездкой. Вместе как? Ну, один и тот же мотив вдвоем мы пишем. Он расстался с ними, потому что они, может быть, мешали они ему двигаться вперед. Он на них как бы оглядывался, но не хотел оглядываться. И поэтому выбросил. Именно Евгений Кош 2 года назад обратился в галерею «Арка» с предложением показать неизвестные произведения Александра Пыркова. Именно он, участник и свидетель тех замечательных пленэров, не позволил художнику уничтожить этюды, собрал их и бережно хранил более 40 лет. Желание галереи показать сохраненные работы основано на воспоминаниях о том времени, когда художники были молоды и полны идеалистического романтизма. Совсем, может быть, обычную выставку. Пожалуй, эта выставка, наверное, относится больше к миссии галереи. В конце 90-х Александр Пырков начинал сотрудничать с галереей «Арка». При ее поддержке он принимал участие во всероссийских проектах, проводил выставки живописи, графики. Его произведения были представлены галереей на международных ярмарках. В раннем творчестве в работах Пыркова превалировали черты французского постимпрессионизма. Тогда художник находился в непрерывном поиске и часто был недоволен своей работой. В середине 80-х художник ушел от традиционных жанров и выбрал для себя другие творческие альтернативы. После многих лет поиска мастер разработал особый абстрактный язык живописи. Примечательно, что стал он известен совершенно в другой манере. Он известен как художник-абстракционист, притом это очень интеллектуальная живопись, очень серьезная. И данная выставка, она как раз помогает молодым, на мой взгляд, поверить в свои силы, что даже если сейчас ты экспериментируешь и сомневаешься, ничего страшного, да, главное идти вперед. Александр Пырков, как мастер и философ, оказал значительное влияние на развитие современного искусства во Владивостоке. Искусствоведы будут говорить о том, как его живопись и философия повлияли на приморских художников. Генеральный консул США Майкл Кейс отметил, что всеместные мастера кисти не похожи друг на друга, разноплановые, у каждого свой неповторимый стиль и почерк. Также Кейс добавил, что сожалеет, что не знал Пыркова лично. Познакомиться сегодня с творчеством Александра Пыркова, открыть что-то новое для себя в его замечательных работах. Выставка «Александр Пырков. Этюды. 70-80-е годы» – возможность еще раз обратиться к творчеству мастера, вспомнить о нем, о его коллегах и друзьях. Экспозиция будет работать в галерее «Арка» до 31 марта. Олег Завьялов, Дмитрий Беломестнов, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.